Сегодня поговорим про невралгию тройничного нерва и, соответственно, что я даю обычно в этом случае. Обычно своим клиентам я даю суперкомплекс, я даю коэнзим, басфелию для снятия воспаления, даю также магний в большой дозировке и даю, что называется, постстрессовый комплекс с ашвагандой. То есть здесь мы заходим по разным моментам, которые будут влиять на вашу симптоматику и на ваши проявления. Соответственно, если есть вопросы, пишите, пожалуйста, я с радостью отвечу, потому что невралгия тройничного нерва — это не так просто, и с ней нужно справляться.